продовольственная безопасность Беларуси и благосостояние народа обеспечивается многочисленными продовольственными предприятиями Республики Беларусь. Их у нас в стране более 1000. А во главу угла всегда стоит Его Величество Хлеб, который всему голова. Более 100 больших хлебозаводов и 1000 маленьких хлебопекарных точек каждый день обеспечивают белорусов и их гостей хорошим и качественным хлебом. Более 700 тысяч тонн свежего, душистого хлеба подается нам к столу ежедневно. Герой нашего фильма – Владимир Серафимович Бобер, главный агроном СПК «Агрокомбинат СНОВ» Несвежского района Минской области. На земле работает сразу же после школы, с 1966 года. Сначала полеводом, а затем с 1975 года агрономом. На эту должность его поставил сам Яков Васильевич Алексанкин, легендарный председатель, первый руководитель хозяйства. И вот уже более 55 лет жизни отдал этой земле, которая и стала его судьбой. Владимир Серафимович – потомственный хлебороб, профессионал высочайшего класса с глубокими и всесторонними знаниями по земле. Не зря считается всеми специалистами одним из лучших главных агрономов страны. Это при нем хозяйство преодолело легендарный, фантастический и непостижимый барьер 100 центнеров зерновых с гектара. Отдельные участки земли дали более 140 центнеров с гектара. Фантастика современных дней в действии. Легенда наших дней как пример для действия и продолжения его коллегами и потомками. Мы идем уверенными шагами в получении более ощутимых результатов, более высоких урожаев. И, конечно, результаты этих урожаев еще повысятся, еще будут выше. 100 и 150 центнеров. Отработать технологии, отработать селекцию. Чувство гордости за себя, за свое хозяйство, за свой труд. Как я не был сложный, как не был трудный, но все равно результат получили. Хлеб – это ж труд человека, он же его вырастил, сделал. Это же и есть святыня, это плоды Божьи, которые нам дает земля, наша матушка, на которую мы работаем, в которую мы укладываем свои знания, умения, силу, энергию, все, что имеем, то туда укладываем. И когда получается это зерно, и колос полноценный, выполненное хорошее зерно, тогда и на душе радость, что то, что умел, вложил, сделал, и вот результат. Поэтому хлеб надо любить. Десятки километров по полям хозяйства ежедневно во время хлебной страды колесит на машине герой нашего фильма. В вечных заботах и хлопотах ради урожая, ради его величества хлеба, ради матушки земли. Это она всех кормит.
но и требует большой отдачи и заботы каждого, кто работает на земле и служит ей верой и честным трудом. Шесть с половиной центнера с гектара зерновых получили в первый год в хозяйстве после объединения в колхоз имени Калинина. 70 лет пролетело с тех пор над этими полями. Новыми стали отношения хлеборобов к труду на земле, иными стали и урожаи зерновых на полях хозяйства. От 6,5 до более чем 100 центнеров с гектара последние годы. Это результат совместного, кропотливого труда и ученых, и хлеборобов, и руководства хозяйства, и, конечно, главного агронома этого уникального сельхозколлектива Владимира Серафимовича Бобра. Это его руки вытирали обильный пот с лица в жаркий полдень на полях. И эти же руки ощущали тяжесть зерна нового урожая. Они же подносили это зерно к лицу, чтобы вдохнуть сладкий запах будущего хлеба. И каждое утро отвешивает он земной поклон матушке земле во время посевов будущих урожаев. Поклон матушке земле, которой он служит верно и самозабвенно. О ней он может говорить часами, как влюбленный юноша своей возлюбленной. Все зависит от спаханного поля. Правильно он сказал, если оно красиво, ровное и гладкое поле спахано, нет его микроупадин, тогда и остальные технологии накладываются и будет дальнейшая дача. Если поле исковеркано, плохо спахано, что каких последующих обработок не делай, этого результата не добьешься. Земля – это основа всего человечества, основа нашей жизни, основа нашего производства. Ведь в землю каждое зернышко бросаешь, из него вырастает росток. И приятно, когда весна, сходит снег с полей, начинается парность этой земли, вот воспарение идет. Потом, когда почва созреет, сеешь, появляются зеленые всходы. Вот любуясь тем трудом, который положен в это зернышко, и которое дает росток жизни. Каждый на своей работе стремится получить высшие и лучшие результаты, как бы удовольствовать своим трудом. Конечно, 100 центнеров – это хороший результат. И чтобы его закрепить на будущее, как бы это не год, не два, а выйти на такие рубежи, как постоянно получать на нашей белорусской земле вот такие урожаи 100 и выше центнеров, как бы это было стабильно, ежегодно, постоянно. Это самая лучшая земля в мире. Здесь, на этой земле, зарыты мои корни. Здесь я родился, здесь я в детстве бегал босиком, здесь я пошел в школу. И потом полностью связал свой жизненный путь с этой землей. Я когда заканчивал школу, еще учился в школе, работал тоже на летних каникулах, работал в колхозе тогда вместе с родителями.
и на лошадях, и косил, и возил. Ну, все работы мужские, которые нужно было выполнять. И уже до окончания школы я уже твердо определился, что буду оставаться работать в сельском хозяйстве, именно идти учиться на агронома. И после окончания школы поступал в городскую сельскохозяйственную академию на стационар. Одного балла не хватило, мне предлагали перевестись на зоофак, там был проходной мой балл. Но я не согласился, подал заявление на заочное, потом сразу планировал после года учебы на заочном перевестись и дальше на стационар. И пошел сразу работать в хозяйстве, в колхоз. Работа мне нравилась. И я уже не захотел переводиться обратно на стационар. Остался учиться на заочном. И в 1972 году закончил сельскохозяйственную академию. Параллельно работал в хозяйстве. Сразу учетчиком, потом с 1969 года бригадиром. А с 1972 уже работал начальником участка. Потом старшим агрономом. И с 1984 года, в настоящее время, в должности главного агронома СПК Агрокомбинации. Эта работа мне всегда нравилась и нравится. Я и в школе, ну, и воздух, сельское хозяйство, все родное, все как-то на мне, все шло по душе. И сегодня не жалею, что я связал жизнь с сельским хозяйством. Надо любить свою профессию и с душой относиться к этой своей работе. Любить работу, любить землю, любить растения. И делать все для того, чтобы эта земля давала полную отдачу. Что она может дать человеку? Сельское хозяйство – это, как говорят, завод под открытым небом. Потому что бывает, все сделаешь, а если засушит, или какая ураган найдет. У каждого хлебороба есть своя пора, когда подводишь итога. Это осень, когда убираешь весь урожай. Когда видишь плоды своей работы, что достигнуто, что не сделано, конечно, приятно, если результаты хорошие, получили хороший урожай. И зерновые убраны, и картофель убирается хороший, и сахарная свекла, кукуруза. Все культуры дают хороший урожай. Вот тогда, если бачишь плоды своей работы, эту продукцию, которая выращена на этих полях, тогда и душа радуется. Владимир Серафимович Бобер сам выбирал себе дорогу в жизни и свой трудовой путь. И ни разу об этом не пожалел. Нелегка эта ноша главного агронома известного сельхозпредприятия республики с безупречной репутацией на всем европейском пространстве. Теперь сотрудничество с агрокомбинатом «Снов» ищут многие лучшие европейские фирмы, которые выпускают самые эффективные марки сельхозтехники, самые передовые технологии возделывания различных сельхозкультур, предлагают лучшие элитные селекционные сорта зерна. Но хозяйство уже само выбирает удобные и выгодные формы сотрудничества и лучшие сорта зерновых культур. В эти дни, когда заканчивается уборка зерновых и идет посевная озимых, Владимир Серафимович часто заглядывает в зернохранилище, где закладывается потенциал будущих высоких урожаев на полях его родного снова. Это и будущие трудовые победы, это и будущий хлеб для страны, это и благосостояние жителей агрогородка Снов и республики. Четкая и слаженная работа сельхозколлектива позволяет в самые сжатые и эффективные сроки проводить уборку зерновых и зернобобовых культур. А во время уборочной страды руководители многих звеньев и структур хозяйства встречаются на диспетчерской дважды в день,
утром и вечером. Здесь обычно и заканчивается для них рабочий день. Как не тщательно спланирован процесс уборки в хозяйстве, неожиданности возникают часто, и ситуации требуют пристального внимания руководства коллектива и других структур сельхозпредприятия. Здесь же подводятся итоги дня и ход уборочной кампании, необходимость ремонта техники или требуется помощь соседям или другим хозяйствам района. Корректируются и организации работы на завтра. Уборка зерновых заканчивается. Впереди традиционный районный праздник дожинки, где традиционно победителем по многим показателям будет СПК «Агрокомбинат СНОП». Закончена уборка зерновых. И по традиции лучших хлеборобов отмечают на районном празднике дожинки. Победителей поздравляют и чествуют при большом стечении народа. Праздник радостный и долгожданный, а гостеприимный СНОП радушно встречает лучших земледельцев района и их гостей, которые праздничной колонной отправляются на местный стадион, где будет проходить сам праздник, будут чествовать лучших из лучших и награждать победителей. Руководители хозяйства, районное руководство и теплый солнечный день сделали все, чтобы праздник запомнился и лучшим хлеборобам, и гостям праздника дожинки. Среди награждаемых и герой нашего фильма. По установившейся традиции, руководство области, района и гости получают дожиночные почетные снопы последнего хлеба. В небо поднимается флаг праздника, и почетным гостям вручают душистые караваи первого хлеба нового урожая. Он не подкачал в этом году, и нашим белорусам будет с чем садиться за обеденный стол и угощать гостей. А дальше уже награждение победителей и вручение подарков лучшим хлеборобам по труду и честь. Более 55 лет труда на земле, в одном хозяйстве. Скоро у Владимира Серафимовича юбилей. Ему 75 лет. Сын земледельца. Владимир Серафимович и сам выбрал путь хлебороба.
стал агрономом, архитектором урожая на земле. Здесь же, на этой земле, выбрал и свою судьбу Станиславу Станиславовну, которая стала его женой. Здесь же, на этой земле, появились и их трое детей и шестеро внуков, которые не забывают своих родителей, бабушку и дедушку. Ну, а потом поживлю квартиру. Ну, что трое детей, знаете, каждый раз на базар за ягодами не поедешь. Захотела свою. Говорю, давай будем строиться. Не будем строиться. Я отдали Оксанкину. Говорю, Яков Васильевич, хочу дом, а вот построить свой. Боже, поможете? Помогу. А говорю, а Владимир Серафимович, он, кажу, не хочет строиться. Сказал, не надо мне твоей стройки. Вот. Ну, а он нам помог. И теперь очень довольные, что и дети приезжают, и внуки есть, где и ягода своя есть, и яблочко свое есть. Ну, все, что надо. Вырастили детей, растим внуков, и так, в деревне. И сейчас никто в город не хочет, ни она, ни я. Хозяйство, свой двор, свой огород, все. Когда вырастет своими руками, своим трудом, и приедут внуки, приедут дети, и есть что-то сорвать, свеженькое, с дерева, с огорода, то и луковица, то и помидорчик, то и огурчик, то и картошечку выкопать. Приятно. И он никогда не ссорится, и не может ссориться ни с людьми, ни у дома. И он всегда спокойный, и он выслушает, внимательный. Но он принял свое решение. Ты там говоришь, что хочешь, можешь говорить, можешь в чем-то быть не согласен с ним. Но он свое решение применил, но он никогда ругаться не будет. Тихо, спокойненько, да-да, хорошо, хорошо. И все, и поехал, и пошел на работу. А примет свое решение, какое он считает правильным. И я, вот, я, бывая, разозлюсь и могу там не говорить, но он, этого его нема. И он вот только вот, небыто мы переговорились, и он сразу же начинает того, как ни в чем не бывало, это, разговаривать опять. Вот как там дети, как дела дома, все. Ну и, мне кажется, вот знаете, с таким человеком легко жить, потому что не знаешь, он никогда не имеет злости на кого-то. И он на своих работников, и у семьи, на детей. Вот иногда и в спальне, но сразу же он и отходит. Вот такие вот человек. Жизнь состоялась. Трое детей, шесть внуков. Построен дом, посажены деревья, есть и свой колодец. А средний сын Олег окончил агрономический факультет той же сельскохозяйственной академии. Есть кому передавать свой опыт и знания о земле. С праздником дожинки! Уборка урожая на земле не закончилась. Пришла пора убирать дары земли второго хлеба – картошки. И здесь у хозяйства есть свои удачи. На отдельных участках земли урожай доходил до 500 и более центнеров с гектара. Урожай надо не только убрать, но и сохранить. Это тоже забота главного агронома. Натуральную и ценную продукцию любят и ценят покупатели Белоруссии. Производство сахарной свеклы – один из приоритетов СПК агрокомбината «СНОВ». Выращивание свеклы приносит немалый доход хозяйству. А на отдельном участке земли здесь вырастили фантастический урожай по 1200 центнеров с гектара. Но убирать пришлось вручную, ведь никакой комбайн убирать не смог.
любить свою профессию, которую ты выбираешь. Если ты идешь с душой в эту профессию, значит, всегда все получится. Мы, наши корни в земле зарыты, мы туда пойдем, и оттуда новые ростки идут, дети наши, еще внуки, проростки. И все равно это вся жизнь связана с землей. Мы неотделимы от земли, это наше родное, то, что мы должны любить с душой, лелеять ее, как мы можем. Изи ее брать, тогда она будет благодарить и отдавать результаты теми урожаями, теми плодами, которые она может для нас дать, сотворить, чтобы мы улучшили свое благосостояние, улучшили свои жизненные показатели и могли дальше продолжаться род человечества.